Намного безопаснее скоро станет в самом сердце Иркутска. На одном из очень загруженных перекрестков появится умный светофор. Он и его соратники, видеокамеры, начнут следить за порядком у 130-го квартала. Мобильный патрульный будет дежурить на этом участке на постоянной основе. В его обязанности войдет анализ дорожной ситуации. Детекторы транспорта позволят ему получать данные о потоке машин на улицах Ленина, Тимирязева, Седова 3 июля. И с помощью этой информации умный светофор сможет прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. К примеру, если Ленина окажется сильно загруженной, то зеленый свет на этой улице будет гореть дольше. Это поможет минимизировать пробки. Помогать светофору будут 4 поворотные видеокамеры. Новое оборудование на перекрестки установят после ремонта. Здесь заменят асфальт, приведут в порядок тротуары, установят ограждения, дорожные знаки, новое освещение. Как сообщает Ир-Сити, выполнить эти работы необходимо до конца ноября.